Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах и самых перспективных ICO проектах. В этом выпуске я хочу вас познакомить с платформой TedChain. Игровая платформа, игры, основанные на технологии блокчейн и децентрализованная игровая гейминговая экосистема. Мы децентрализованная и кроссплатформенная криптовалюта, предназначенная для улучшения игрового процесса на блокчейне для всех пользователей. Сразу стоит сказать следующее. Рынок подобных платформ действительно сейчас только открывается и выходит, набирает свои обороты, поэтому у платформы есть потенциал. Продукт, который они предлагают, это большая возможность для разработчиков и игроков. Таким образом, рынок, количество клиентов по всему миру будет только увеличиваться и имеет, в принципе, большой-большой потенциал. Таким образом, стоит понимать, что мы имеем дело с очень потенциально успешной платформой, у которой есть продукт, который востребован на рынке. Сам рынок действительно существует, и они решают достаточно объективные вопросы, которые будут востребованы их клиентами. При ICO платформа начинается через 17 дней, заканчивается через 17 дней. Софткап проекта уже собран. На сегодняшний день было продано более 57,5 миллионов токенов TED. Пожалуйста, знакомьтесь с проектом и присоединяйтесь к нему. Ссылку на белую книгу, сайт и коммуникационные ресурсы вы найдете в описании к видео. Давайте посмотрим, что хотят нам сказать о себе разработчики. Мы здесь видим, что компания сотрудничает с большими консорциумами, и в структуру входят люди, которые имеют большой опыт успешной работы. Команда действительно очень сильная. Также это говорит о том, что у проекта есть проект ведут люди, которые способны привести его к успеху. Давайте в двух словах опишем, что представляет из себя сеть TedChain. TedChain – это игровая платформа плагинов peer-to-peer, которые используют TedCoin как внутриигровую валюту. TedLab улучшит масштабируемость, конфиденциальность блокчейна с использованием технологии TedChain. TedChain – это распределенный реестр, он подходит для организаций, которые хотят выпускать и управлять цифровыми активами надежным, безопасным и масштабируемым способом. Платформа TedChain включает в себя блок-процесс разработки, основанный на блокчейне, представляющий комплексные решения и сервисы для блокчейна, для контент-провайдеров, каналов и рекламодателей, а также для обеспечения полной экосистемы. Таким образом, мы видим перед собой платформу, в рамках которой можно решать большое количество задач, что также дает платформе большой плюс. Также интересная информация, которая говорит о большом интересе среди инвесторов и в целом партнеров. Предварительно в течение pre-ICO уже команда уже обеспечила себе более 20, заключила более 20 партнерств по всему миру. Что также говорит о том, что с командой, с платформой, другие команды, другие платформы хотят работать и видят в ней достойного игрока, что также поднимает ее рейтинг и говорит о большом ее потенциале. Чтобы подытожить, давайте перечислим основные плюсы платформы TedChain. Ted Peer-to-Peer Network. TedChain работает в специализированной одноранговой сети, оптимизированной для игр на блокчейне. TedChain оптимизирован для игр и был разработан с использованием мощных интеллектуальных контрактных функций, позволяющих игровым издателям и операторам серверов предоставлять игрокам максимально качественный опыт.
Далее это консенсус протокол. TED-Lab разработал новый консенсусный протокол, основанный на лучших существующих протоколах подтверждения и подтверждения полномочий. Наш приоритетный консенсусный протокол вознаграждает сетевых партнеров за предоставление проверяемых услуг другим партнерам. Действительно, платформа достаточно глубоко проработана. Это не просто пользовательские продукты, это платформа, которая способна к большим стратегическим партнерствам и предоставлению глубокого спектра услуг своей отрасли. Далее, безопасное сообщение. TED-Chain обеспечивает возможность безопасной связи между устройствами, использующими кошелек TED-Coin. Безопасная связь может пользователям безопасная связь между пользователями поможет может происходить между отдельными пользователями или между группами. Система голосования. Многие популярные криптовалюты испытывают трудности с управлением и как принимать решения по изменениях аспектов монеты. TED-Coin стремится решить эту проблему с внедрением неизменной системы голосования, доступной любому игроку, активно участвующему в голосовании. Далее, In-Platform Utility Token. Разработчики игр могут символизировать практически любой игровой опыт от предметов инвентаря до достижений, эксклюзивных игр и турнирных наград. Игроки могут обменивать токенизированные активы в играх или на торгуемые активы, такие как собственный TED-Chain платформы, обеспечивая реальную ценность, которую можно поддерживать на любой внешней бирже. Таким образом, мы видим действительно прогрессивную платформу, которая вот своей глубиной и качественностью существенно отличается перед аналогами и этим самым выходит на вперед по сравнению со своими конкурентами. Пожалуйста, обратите внимание на токен сейл платформы TED-Chain, ознакомьтесь с ним и присоединяйтесь. Ссылки на белую книгу, сайт и все коммуникационные ресурсы вы найдете в описании к видео. Спасибо за просмотр. Если мое видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока!